аппарат, который есть. Смартфоны Galaxy Note 7 подешевели почти что вдвое. Комфортные цены предлагают российские интернет-магазины. Ну а что? Было 50 тысяч, стало всего 23. Правда, нет гарантии, что эти смартфоны не взорвутся на следующий день и не сожгут вам пальцы. Тем временем канадские и австралийские авиационные власти запретили провозить эти гаджеты в самолетах. Накануне такой же запрет ввели и в США. Нельзя ни в ручной кладе, ни в багаже. Если поймают с таким Самсунгом на досмотре, то попросят выкинуть аппарат. А если найдут в багаже, то грозит штраф и даже уголовное преследование. Решение принято из-за октябрьского взрыва Samsung Galaxy Note 7 из так называемой безопасной серии на борту самолета. После этого компания Samsung объявила, что прекращает производство и продажу этой опасной модели.